Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим нижний шлейф с разъемом зарядки, разъемом гарнитуры и микрофоном. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Открутили. Теперь необходимо отсоединить дисплейный модуль от корпуса. Для этого берем металлическую лопатку и отщелкиваем экран. Отщелкиваем. Открываем дисплейный модуль. Теперь необходимо отсоединить металлическую пластину. Она прикручена на трех винтах. Откручиваем первый. Второй. И третий. Убираем в сторону металлическую пластину. Отсоединяем шлейфа. Там три шлейфа. Первый, второй и третий. Откладываем модуль в сторону. Теперь откручиваем держатель аккумулятора. Пластина. Откручиваем первый винтик. Второй. Снимаем, отсоединяем аккумулятор, откручиваем еще винтики, снимаем пластину. Теперь необходимо отсоединить шлейф нижний. Это как раз тот шлейф, который мы будем менять. Отсоединили его от печатной платы. Вынимаем аккумуляторную батарею. Отсоединяем шлейф как сильный. Теперь раскручиваем винтики в нижней части корпуса. Откручиваем. И еще один винтик. Открутили. Отгибаем шлейф сейчас. Аккуратно отогнули. Теперь необходимо отсоединить полифонический динамик. Вынимаем его аккуратно. Вынули, откладываем в сторону. Теперь необходимо отклеить нижний шлейф от корпуса. Делаем это аккуратно. Отклеиваем. Аккуратно. Он довольно-таки сильно приклеен. Все, отклеили. Теперь необходимо с микрофона снять резиновую прокладку. Она нам понадобится. Сняли. Все, неисправный шлейф убрали в сторону. Теперь необходимо установить новый шлейф в корпус. Устанавливаем. Теперь
Надеваем на микрофон резиновый держатель. Аккуратно, не повреждая микрофон. Установили. Закручиваем винтики. Теперь устанавливаем полифонический динамик. Установили. Теперь закручиваем винтики. Как правило, нижний разъем нужно менять, если ваш аппарат не заряжается, то есть если поврежден сам разъем, если, допустим, гарнитура у вас не работает, либо не работает микрофон, то в этих случаях нужно, ну, часто бывает, что нужно менять нижний разъем. Но, как правило, если аппарат не заряжается, что это проблема в разъеме, это маленькая вероятность. Если у вас не работает разъем гарнитуры, то да, большая вероятность, что замена нижнего разъема вам поможет. Если же не работает микрофон, тут то тоже примерно 50 на 50. Нельзя сказать точно, что вот при замене нижнего разъема, если у вас не работает микрофон, у вас заработает микрофон. Так как в аппарате может быть неисправен контроллер звука. Если, допустим, аппарат не заряжается, то вообще это маловероятно, что разъем неисправен. Вообще очень редко бывает, что на айфонах выходит из строя разъем зарядки. Как правило, это микросхема. Все, мы закрутили все винтики. Теперь подсоединяем шлейф к печатной плате. Подсоединили. Подсоединяем коаксиальный шлейф к печатной плате. Подсоединили. Теперь установим аккумуляторную батарею. Тоже подсоединяем к печатной плате. Устанавливаю металлические защиты. Перекручиваем первую защиту. Устанавливаем вторую защиту. И перекручиваем ее на два винтика. Теперь устанавливаем дисплейный модуль, подсоединяем три шлейфа. Подсоединили, устанавливаем металлическую защиту. Ее нужно прикрутить на три винтика. Последний винтик. Все, защелкиваем дисплейный модуль. Теперь осталось прикрутить только два нижних винтика, и все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.